Так, значит, слушаем. Момент такой, да? Сейчас стараемся. Вот работаем так же, как мы работали без маски, да? Но сейчас совершенно конкретно, значит, в чем принцип? Опять-таки, не загонять партнера, не надо создавать условия такой соревновательности. У вас есть возможность более смело нанести удар мен, то есть, да, в голову, положение дзена. Поехали. Пришли. В принципе, надо было увидеть. Самое интересное сегодня, что это надо увидеть. Но для данного вида, для данного, то есть кто-то спортом, в общем-то, занимался, более координированный, кто-то менее. В общем-то, люди, которые спорту так, скажем, не какой-то специализации спортивной, а чисто такой вот для себя. Вот. Но в целом вот этот вид определяет ту координацию, в которой они сейчас работают. То есть они пришли никакие. Сложность, которая здесь, в общем-то, имеется, она определяет вот их качество, того, что они делают. Постепенный рост. Вот мы сейчас пока видим, что они умеют. Вот этого они не умели вообще. Я могу сказать, что любой человек, который пришел бы сюда, откуда бы ни пришел, каким бы он там ни был, там все что угодно. Даже мастер спорта – это ноль. Это не значит, что он плохой мастер спорта или никакой. Все здорово, все нормально. Просто вот для этого вида он ноль. Потому что вот это отличается практически, вот это обучение, сам принцип, отличается от всех видов на данный момент существующих в преподавании, вообще в других секциях и так далее. Это конкретный вид. Упражнение на шею вот это дома делайте каждый день. И простое средство движение, все. Подвигай головой, стеблярный аппарат будет хороший. Мышцы шеи будут укрепляться. Все очень просто и несложно. Разминка специфическая, в общем, для укрепления сустава, для разгона сердца, правильно, и для так называемого рваного темпа. Ну вот как в футболе существует, в хоккее, это не паромные дорожки. Потому что, как мы здесь видим, нужно в одном случае очень быстро сделать, среагировать. И сердце начинает работать в разном ритме. Вот для этого нужно. Так же, как суставы. Казалось бы, вроде стоишь, ничего не делаешь. А на самом деле любое резкое движение может привести к разрыву, к растяжке мышцы. Ты раз и встал. Поехали. Раз, пошел. Хоп. Да. Японцы говорят, остановка в бою смерти подобна. Чем больше есть возможность у вас двигаться, тем менее вы уязвимы. Вот надо с этой точки рассматривать. Потому что останавливаться, а если два человека нападают, три... А в этот момент так нельзя. Не приучайся так. Ты знаешь, тебя уже вот ты раз и стоишь. Вот уходишь, вот, на тебе удар, сразу синхронно. Двигаться, двигаться и двигаться. Причем двигаться иногда нужно так, как диктует меч
противник просчитать, рассчитать, просчитать, вычислить. То есть не так или так, а вот мы поднем, не знаю, что я вам дам. Я вам опустить раз, не сильно. Это начало техник на скоростное восприятие, вот на визуальном, видите? Мы двигаемся, двигаемся, это хорошо, но теперь нужно реализовать это движение. Это нужно, должно как добыть вовремя. О чем это говорит? Это говорит о том, что не как мы это будем делать, а когда. Как мы научимся, а вот когда самый трудный вопрос для всех. Когда ты это будешь? Когда ты это будешь делать? Вот этому научиться чрезвычайно сложно. Поэтому люди, которые приходят, они в первую очередь смотрят, что им нравится. Вот им, когда я им говорю, что сложно, ой, это что? А вот там просто, там все так дают легко, там ничего не надо, там не надо напрягаться. Отошел в стороночку, ударил, станцевал полечку, понимаете, все красиво, хорошая хакама там, атрибутика, общение и так далее. Здорово, может, это все и нужно, это психология. Люди приходят, расслабляются, люди приходят, постигают через это, через красоту, допустим, да? Но это другая красота. Это красота действенная. Зачем нужен контакт, да? Представим себе, что мы имитируем, сидим за столом и только имитируем, что мы едим, да? Контакта нет, ни с чем. Рано или поздно мы умрем от голода, да? Если не будет контакта, то не будет самого ощущения вот этой правильности. Пока я не съел плод, да? Вот я не попробовал, я не могу о нем судить никак. Пока я не начал контактно работать, я не могу сказать, хорошо это или плохо. Вот он, да. Вытянули руки. Работаем. Что такое контакт? Здесь палочка, она позволяет, мягкая, мягенькая палочка, вот она, да? Вот. Что касается меня, то она была бамбуковая. Когда я с мастером работал с ним, он говорил, как допущение можно делать мягкие, но он всегда смеялся над ним. Клинок идет до конца, Роман уходит, делает уход в сторону. Вот я попал, да? Когда вас ударили, рефлекс срабатывает четко, да, начинает запоминаться траектория, не визуально. А что вот отсюда может выскочить удар? Бывает больно. Важно почувствовать, что контакт произошел. Не обязательно до боли доводить, потому что существует обратная сторона этого. Человек зажимается. Рефлекс страха образуется. Когда человек... Комплекс. Человек зажался, а потом его отпустить. Поэтому сначала ему нужно вырастить крылья, а потом уже начинать. Поэтому все дозировано. Нужно обучиться этому как науке, потому что здесь в своем роде и наука. Наука – умение вести бой. Вести бой – это значит контактировать, это видеть все аспекты, вот, которые могут пригодиться в бою. Тайдзюцу – это та часть науки тела, да, движение в бою самурая, когда он оказался без оружия. Оказавшись
без мяча, но находясь в зоне мяча, человек должен уметь двигаться, передвигаться, предвидеть и воздействовать уже тогда, когда оружия нет. Вот с этого вспомним, начнем. Запускаем, перехватываем, вынимаем. Опустил, пролез вот сюда. Видишь, вот, вот вместе захватил, оно выходит через это, видишь? Существует разница, так, есть приемы с нанесением ударов атеми, так называемые, причем достаточно серьезная такая школа атеми. И бросковые ноги. Но в основе своей, конечно, должны лежать болевые приемы. Вы выходите за счет субы и этого хода, выполняете. Выкручивать ничего не надо. Опускаете до колена, вот до сюда. И вот так его вот сюда, вот так, так прижимаете его. Болевой замкнул, и уже тогда человек становится как бы вот так, так вот. Для меня, как для бойца, он становится уже управляем. Я могу его управлять. Пусть даже на коротком отрезке времени. Вот она. Даже если ты взял, вот она у тебя. Видишь, вот она здесь. Вот, вот, как, да? Рука контролируется, никакого резания не будет. У нас же есть рычаг стоит. Вот здесь болевой выполняет. За шаг, и все, тут тебе ничего не делать. Прямо болевой на это. Во. Не так, что я захватил, там что-то сделал, и человек корчится, подпрыгивает, что-то с ним присюда, ничего подобного. Достаточно какого-то мгновения болевого воздействия, чтобы потом использовать эту ситуацию. Так, давайте маюками. Есть возможность, когда я бью вот так, нагнуться, присесть. Нагибайся, присел, да? Есть возможность такая. Но возникает такой момент скорости удара, когда я бью вот так. Единственное, что он может, откинуть голову. Так вот, в этот момент, ну, можно испачкать, и нужно костюмчик. Не надо ничего изобретать делать, нужно просто так же и пойти по этому. Опа. Потому что если я это выполню только, так скажем, ну, на китайский манер прогнулся, раз, и как это делают. Но так в конечном итоге я же сделаю вот так. Поэтому это не годится. Надо обязательно уходить. Я бью позвоночник, вот я бью сюда, да, вот. Еще раз. Чирк получается. Опа, вот он.
Вот так нужно быстро, причем дальше идет подкат на меня, ломание ног и так далее. То есть это не просто он упал, лег и отдыхает, и все. Нет, он потом будет нападать. Роняй, вот так. Катись. Во! Давай. Так. Если мы вышли вот таким образом, конечно, я буду делать сокумен, да? Если я хожу, я, конечно, буду делать это. Поехали. То, что делаете вы, правильно. Почему? Вот изначально правильно. Потому что вписаться вот в эту ситуацию очень сложно. И не всегда возможно. То есть это как бы, как, ну не фокус, а скажем так, вот получится, не получится. Знать надо, уметь надо. Но делать нужно обязательно то, что будет наверняка. То есть выглядит уже, видите, я ушел от него. Ему меня не ударить, он меня не видит. Если вы остались только вот в этом положении, посмотрите, вы не дошли где-то. Видите, вы руку должны контролировать. Вот она здесь. Ее нельзя отпустить. Здесь сложные движения, вот такие, часто бывают непредсказуемые, которые заставляют мыслить очень быстро. Это тренирует мысль. Мячам переходим. Меч для чего был изобретен? Ну, в конечном итоге, не для красоты сначала. Это потом все обустроилось, а потом обросло изумрудами, бриллиантами и так далее. Но вначале он для того, чтобы убивать. Так, перед вами противник, да? Представляем себе ваш действие совершенно неожиданное. То есть здесь вот это самое снятие сайза, самый минимальный срок. Упражнения, они для тамасивари, для разрубания. Как двумя руками, так и одной. Из всех клинков существующих японский меч сочетает все правильные японские мечи, имеющие баланс, имеющие внутреннее гасящее свойство. Он может колоть, рубить, рассекать, парировать. Вот. Ну, в общем-то, практически летать в руках, да? Очень легкий возврат должен быть, он мгновенно в одной руке должен перемещаться. Не хуже шпаги, абсолютно, нисколько не хуже. Вот. А по качествам поражения превосходит во много раз шпагу. Вот. Естественно, лучше сабли, простой европейской, потому что есть дополнительный захват, который увеличивает достаточно, причем многократно увеличивает возможность маневрирования мечом. Хотя можно также и одной рукой это делать. Вот. Ну и все вот возвратные движения, легкость его вот парирования, все он позволяет выполнять такие удары, которыми не выполнит европейским оружием. Мягко работаем, без рывков. Самое главное, без рывков. Не превращаться в кукол, таких рывков не должно быть. Мягко вести, пластично вести.
вот эта вот практика, она и дает мгновенно оценить всю сумирующуюся ситуацию. Хват клинка, тенути, да, чтобы он не был зажат, да, дистанцию, при которой вы будете действовать. Быстро определить перемещение противника, перемещение его клинка. Учет перемещений вашего клинка. Каким образом вы, причем спонтанно и на подсознании, потом на подсознании, как вы будете производить блокировку. Очень важно вот этот недочет убрать. Еще раз, смотри. Медленно, раз. Не вот сюда. Я усиливаю удар клинком, да? А просто взять вот так, смотри, раз, и убрать руки. Как управляться с клинком? Его надо чувствовать. Вот это общее понятие, что клинок как птица. Как птица. Слабо возьмешь? Упустишь, сильно возьмешь, задушишь. Понятно, да? То есть ты перестанешь быть бойцом, сковало тебя, а слабый у тебя выбьет клинок. Моя задача вот так снести сюда, видишь? Уйти вот от того атакующего действия и нанести вот сюда. И вот тут как раз Роман и должен поворачивать. Да. Но не туда, а практически идти ко мне. Синхронно. Смотри. Видишь? Я не могу сразу двоим. Да? Поэтому я выбираю момент. Работаем. Хоп! Вау! Ну а ты уж тут смотри своего партнера, остановишься или нет. Когда двигается объект, независимо от того, большой он или маленький, или мы еще начинаем двигаться, конечно, возникает сложность соприкосновения. Мы не соприкасаемся, не сопрягаемся, а наоборот отдаляемся в любом случае. А вот теперь это надо преодолеть. Вот в этом и это и есть техника. В первую очередь, во-первых, нет страха вообще перед предметом, который там. Они приобрели уже, у них уже есть навыки, скажем, вот от таких вот быстрых элементарных ударов, которые им будут наносить, так вот. И в первую очередь, это управляемость во время этого поединка. Это не говорит о том, что чистенько, не бывает такого, не верю, чтобы человек так чисто выполнил, как в этом в танце, что-то. Нет. То есть они могут спонтанно, с небольшими ошибками, но результативно выйти из создавшейся ситуации. Вот это самое главное, вот это из опасное даже для них. Вот это они приобрели четко абсолютно. Уже нет как в начале, тут такой страх, какое-то колебание, задыхаешься, все спирает в груди, не знаешь, что делать. Ну, палка в руках, ну, страшно, ну, понимаешь, вот, или даже пускай вот эта мягкая палка бьет, но все равно страшно, ведь хочется что-то уйти, вот, а это исчезает. Это постепенно исчезает, и человек становится уравновешен в этом плане, уверен становится. Вот это самое главное.
самолете, он боится только собственного неумения. Это образное понятие. Страх засомневаться в том, что он что-то не умеет. Вот только единственное. Поэтому у них совершенство их было бесконечно. Ну, как говорят, совершенство это же не пункт назначения, да? Это дорога. Урок окончен. Всего доброго.